подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Казалось, это больно, школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа. Уважаемые ученики и гости нашей линейки, настал день, когда должен прозвучать последний звонок. Прощай, начальная школа. Это радостное и в то же время трогательное событие. Линейка, посвященная последнему звонку «Прощай, начальная школа», объявляется открытой. Приглашаются выпускники 4-х классов. Пожалуйста! Дети, базар, разберутся! Последний звонок прозвенит. Простимся со школой, жизнью веселой. Прощайте школьные дни. Прощайте жизнью веселой. Прощайте школьные дни. Пожалуйста! Школа, я скучаю.
улица. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, разве не звонок прощали? В сентябре откроешь дверь. Дорогие гости, уважаемые учителя и ученики, мы собрались сегодня в этой торжественной обстановке, чтобы проводить наших выпускников начальной школы в следующей ступень знаний – старшие классы. Линейка, равняйся, смирно. Равнение на знамя Республики Узбекистан. Рука к сердцу, сейчас прозвенит гимн Республики Узбекистан. Когда священные знамена на волнах музыки плывут. Слово предоставляется представителю Акимиата и Махали, имаму Хатибу Баратову Бадихану. Ассаламу алейкум, мухтарам, мухтучилар, мухтарам, отаманалар. Jajji o'quvchilar, avvalo sizlarni mana shu bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Alloh sizlarning o'qishlaringizga, ishlaringizga, Alloh kelajaklaringizga baraka bersin. Alloh hammamizni ham o'z panohiga asrab, doim sog'-salomat yuraylik. Mana sizlar maktabni tamomlab, nasib etsa lagerlarga borasizlar. Lagerlarga borganlar ham ustozlarga ajoyib e'tibor berish kerak. Ota-onalarga hurmat qilish kerak. Doim sog'lig'ingizga salomat bo'ling. Особый день сегодня на планете. Эстафета жизни наши дети. Растим их сходов молодых побеги. Примите ж поздравления, коллеги. Слово предоставляется директору нашей школы номер 2 Иштемирову Бахадуру Хасановичу. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые ученики, учащиеся 4 классов, 3 классов, родители, учителя. Сегодня знаменательный день для 4 классов. Они заканчивают нашу школу. Примите искренние наши поздравления от всего коллектива, от администрации. Желаю вам дальнейшем продолжить учебу только на отличные оценки, на примерное поведение. Сегодня нашу школу заканчивает 6 классов. Это говорит о том, что наша школа имеет свой статус среди всех школ. Поэтому, уважаемые ученики, цените свою школу, уважайте своих родителей, учителей. Поздравляю вас с окончанием начальной школы. Спасибо. Слово предоставляется завучу школы Куловой Мукадас Махматкуловне. Добрый день, дорогие учителя, родители, дорогие ученики. У вас сегодня волнующий разный день. Вы прощаетесь с начальной школой. Вы переходите следующий этап с нами, старший класс. Кажется, совсем недавно вы пришли в первый класс маленькими, робкими. И вот незаметно прошло 4 года. Все это время мы с вами поднимали самыми первыми маленькими трудностями ступеньками знания. Во многие научились, прочли многие, провели интересных праздников. Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов в дальнейшей учебе. Внимание! Приказ директора школы номер 2 под номером 35. 23 мая 2016 года. Учащийся с 1 по 4 классы переводится в следующие классы. Спасибо за внимание. Со словами благодарности и поздравления всему коллективу учителей выступают ученики 4 А и Б классов. Слово предоставляется классному руководителю Ханафиевой Халиде Мусаевне. Площадь школы в радостном цветении. Это расцвели преображения. Это наши выпускники. Добрый день, уважаемые гости, дорогие учителя, милые выпускники. Вы оставляете за собой волшебство и сказки. Вас ждут более сложные, трудные задания. Я надеюсь, что вы справитесь. Желаю счастья, долгих лет жизни, чтобы всегда вы были достойными гражданами нашей Родины, нашей школы номер 2. Было вокруг море цветов и звуков. Учитель взял твою руку, он вел тебя в первый класс. Торжественно и почтительно твоя рука и сейчас в руке твоего учителя. Ученики 4 класса расскажут вам стихотворение о школе, об уроках, об учителях, о друзьях, о лете и о детстве. Пожалуйста, послушай. Страну добра и знания. Мы помним, как вошли мы первый раз, а вот сегодня скажем до свидания. Спасибо вам, учитель первый наш, за вам огромный труд, что в нас вложили. Конечно, мы не первый выпуск ваш, и все же мы друг друга помогли. До свидания, до свидания! Наш родной 4 класс, наступай на расставание, выпускаемся сейчас. Но и радостно подчас, повзрослели и поумнели на пороге 5 класс. Прощай, любимый 4 класс, ты был таким хорошим для нас. Ты научил нас дружно жить и нашу родину любить.
любит, сильно учит нас считать. Писать, считать и рисовать. Нас разучить теперь нельзя. Теперь мы лучшие друзья. Совсем недавно первый раз пошли мы в самый первый класс. Прошли года, промчались дни, и как быстро всех пришли они. Всем-всем добрый день! Всем-всем улыбок, хорошего настроения, потому что сегодня действительно прекрасный день. День прощания с начальной школой. Здесь время золотое и волшебные мечты. Здесь-то это мы с тобою, здесь-то это я и ты. Сегодня в этом зале собрались гости, дорогие учителя, наши родители и мы, ученики. Мы покидаем сказочную страну детства и вступаем в большую жизнь. Сегодня здесь, друзья мои, мы собрались не зря. Спешим поздравить от души девчонок и ребят. Самым лучшим педагогам поклонитесь до земли, не судите нас устрого, если мы вас довели. Раньше были первоклассники, а теперь выпускники. Мы обещаем вам учиться лишь на 4 и на 5. Окончена школа начальная, звенит последний звонок. Поем мы песню прощальную, вспоминаем наш первый урок. Снова залился по всем коридорам. Утром последний звонок, вспомним о самом хорошем и добром, школьный покинув порог. И в дни каникул у нас есть задание. Горы, сады и поля, радостно мы говорим, до свидания, мудрый учителя, солнышком ярким тропинка согреет. Сколько открытий кругом, мы повзрослеем и окрепнув за лето, осенью в школу придем. Из года в год, из класса в класс, идет неслышное время нас, и час за часом, день за днем, так незаметно мы растем. 4 года мы учили нас, вели в огромную страну добра и знания. Мы вспомним, как пошли в первый раз, а вот сегодня скажем до свидания. Сегодня день у нас такой, и грустный, и веселый, ведь мы прощаемся с родной своей начальной школы. Из года в год, из класса в класс, ведет неслышно время нас, и час за часом, день за днем, так незаметно мы растем. Без кратки наша речь, говорим мы до свидания, до свидания, до свидания, 4-й класс. Направо. Кнопка номер 2. Награждает лучших учеников. Официальный час завершен. Продолжите 4-й. И выступает посередине. Путь посередине будет? Далеко не надо выступать. Вот посередине. Не слышно назад. Аль допускаем. Так, школа награждается отличными учебами примерное поведение. Ученик 4-го А-класса Равшан Хрусан. Быстро подходим. Поздравляю. Ученик 4-го А-класса Нурматова Сабина. Ученица 4-го А-класса Худжамбердиева Фарсона. Ученик 4-го Д-класса Файзиев Шахру. Ученик 4-го Д-класса Мухаммадиев Ширвин. Поздравляю. Ученик 4-го Д-класса Абдусал Салиев Умайон. Умайон. Ученик 4-го Д. Вот, отлично. Д-класс, поздравляю. 4-й Е-класс. Так, ученик 4-го класса Файзулла, занявший 1-е место по тхэквондо на празднике Навруз. В области он. Файзулла Аслиден, занявший 1-е место по тхэквондо.
Поздравляем. Чемпион. И Файзулаев, занявший второе место уже в колледже, в республиканском колледже. Поздравляем всех! Спасибо за ваше воспитание ваших детей такими аккуратными и такими отличными. Спасибо. В ожидании звонка дети выстроились в ряд. На пороге наш директор поздравляет всех ребят. Так, они станцуют вальс. Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил. Все деньги купил целое море цветов, миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз. Миллионы, миллионы, миллионы айкос. Из окна, из окна, из окна видишь. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз. Свою жизнь для тебя превратил в цветы. Thank you.
Лапенко, русский народный танец. Пожалуйста. Калинка, калинка, калинка моя, саду я на малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, саду я на малинка, малинка. Перед вами выступят ученики 4 Г-класса. Thank you.
четвертого, ученики четвертого Г-класса станцуют вальс «Профессионал» из кинофильма «Белый вальс». Пожалуйста. Я горская, я сочиняю.
Ты моя
4 Б класса станцует танец детства. Во двору идем, и нет нам дела больше.
Танец Буратино из сказки «Приключения Буратино» написал Алексей Толстой. Скажите, как его зовут?
Мустафаева Мукаддас, пожалуйста, хлопаем. Oh.
из своей школы третьей. Вал веселый над страной звенел. Кто-то думал, соловей распелся, а это вовсе не был соловей. Почтительно, твоя рука и сейчас в руке твоего учителя. Школа хорошая найти, всего-всего вам в жизни мы желаем и говорим счастливого пути. Так, ученики 4 А класса, пожалуйста, покидаем линейку. Торжественная линейка, посвященная последнему звонку «Прощай, начальная школа», объявляется закрытой. Не придем больше в светлый наш класс, школьный звонок прозвучит не для нас, школьный звонок прозвучит не для нас. Всегда будет трудно, крепись, будет больно, не плачь, будет ветер, не гнись, если страшно, держись. Счастливого пути! Желаем вам удачи в старших классах, желаем удачи в сдачах экзаменов. Школьный буфет и толпу в раздевалке.